Будучи на скамье подсудимых, 25-летний Леонид Петров не верит в происходящее. К уголовной ответственности молодого человека привлекают впервые. Зато административных штрафов за грубое нарушение правил дорожного движения за 7 лет вождения накопилось более 200. В то утро 9 мая обвиняемый возвращался с друзьями из кафе. На улице Новосадовой его автомобиль выехал на встречку. Я слышал столкновение со встречным движущимся транспортным средством «Додж», в котором пострадал водитель и два пассажира, и с автомобилем «Рено Сандер», в котором пострадал пассажир. После этого иномарка влетела в третью легковушку. Те, кто находился в ней, не пострадали. Сам Петров серьезных травм также не получил и уже через несколько минут, бросив автомобиль, скрылся с места ДТП. С повинной в полиции он появился только 10 дней спустя. Следственным отделом по ДТП по городу Самара было вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителя Audi. В связи с тем, что он долгое время скрывался от следствия после ДТП. Под стражей Леонид Петров пока проведет 30 дней. В подробностях ДТП дальше будет разбираться следствие. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.